Привет, дорогой зритель канала «Правильный выбор». В этом выпуске я расскажу про лучшие стиральные машины до 25 тысяч рублей. Стиральная машина Beko стала для меня настоящим открытием. Она не просто предлагает стильный внешний вид, но и превосходит многие модели по своим функциональным возможностям. Особенно радует технология Steam Cure, которая использует пар для предварительной обработки загрязнений, делая их более легкими к удалению в процессе стирки. Это существенно облегчает уход за сложными пятнами и в целом улучшает качество стирки. Кроме того, инверторный мотор ProSmart обеспечивает высокую эффективность и позволяет экономить энергию, что сразу заметно по снижению счетов за электроэнергию. Модель компактная и легко вписывается в небольшие пространства благодаря своим размерам. Максимальная загрузка барабана составляет 7 кг, а скорость отжима 1200 оборотов в минуту. Стоимость на момент записи видео 23 тысячи рублей. Уточнить актуальную стоимость всех моделей из моего топа ты можешь по ссылкам в описании. Они ведут на проверенные магазины с самыми выгодными предложениями. А еще в описании есть выгодный скидочный промокод, не пропусти. Кэнди Аква представляет собой уникальную узкую и компактную стиральную машину, которая идеально подходит для малогабаритных квартир или для встраивания под раковину. Несмотря на свои компактные размеры, эта модель не уступает функциональности полноразмерным стиральным машинам, предлагая пользователям все необходимые программы стирки для различных типов ткани. Правда, уровень загрузки у нее все же ниже – 4 кг при скорости отжима до 1100 оборотов в минуту. Ну и тихо ее не назвать. Впрочем, таковы компромиссы, на которые пошел производитель, чтобы добиться малых размеров. Стиралка обладает всеми необходимыми базовыми функциями, включая отмену отжима, что позволяет адаптировать процесс стирки под конкретные нужды пользователя. Модель рекомендуется тем, кто ищет компактное, но при этом эффективное решение для ухода за бельем, а ценник у нее более чем адекватный – 22 тысячи рублей. Подписывайся на канал «Правильный выбор». Свежие выпуски с актуальными и интересными товарами выходят здесь регулярно. А еще ставь лайк и оставляй комментарии под видео. После использования стиральной машины «Атлант» я остался весьма доволен. Это устройство отличается высокой энергоэффективностью класса A++, что существенно экономит электроэнергию. Ее компактные размеры позволяют удобно разместить машину даже в небольшом пространстве. При этом загрузка в 6 кг вполне достаточно для среднестатистической семьи. Этот показатель чуть ниже, чем у Beko. Сразу же упомяну скорость отжима, она равна 1000 оборотам в минуту. Одной из отличительных особенностей является продвинутая система контроля дисбаланса, которая помогает уменьшить вибрацию во время работы, делая ее более стабильной и тихой. Пользователи отмечают, что машина легка в управлении благодаря электронной панели и предлагает разнообразие программ стирки, включая быструю стирку, деликатные ткани и даже специализированные режимы для детских вещей и спортивной одежды. В целом, «Атлант» представляется как отличный выбор для тех, кто ищет надежную и экономичную стиральную машину по доступной цене. В среднем она стоит около 23 тысяч рублей. Следом идет еще одна стиралка от Beko с загрузкой в 6,5 кг и скоростью отжима до 1200 оборотов в минуту. Она оснащена инверторным мотором ProSmart, который обеспечивает тихую и эффективную работу, а также долговечным нагревателем Hi-Tech с защитой от накипи, что продлевает срок службы устройства. Стиральная машина предлагает 15 различных программ стирки, которые подходят для всевозможных типов тканей и одежды, включая шерсть, спортивную одежду и пуховики, а также гипоаллергенную стирку. Особенно хочется отметить программу быстрой стирки, которая позволяет освежить одежду всего за 14 минут. Находка для занятых людей. Технология Steam Cure используется для предварительной обработки вещей паром до начала стирки, для лучшего удаления пятен и после стирки, для разглаживания тканей. Это существенно облегчает уход за одеждой, делая ее более свежей и приятной на ощупь. Одной из уникальных особенностей является возможность беспроводного управления через приложение HomeWiz. Это позволяет запускать стирку, следить за ее ходом и получать уведомления о завершении прямо с твоего смартфона или планшета, что добавляет удобства в повседневное использование. Далее по списку Candy Smart. Когда я пользовался этой стиральной машиной, то остался впечатлен ее функциональностью. Она предлагает широкий спектр программ стирки, что особенно пригодится, если тебе нужно постирать что-то особенное, например, шерсть или деликатные ткани. Особенно понравилась программа EcoMix 20, позволяющая стирать разные ткани при 20 градусах Цельсия, что экономит энергию и бережет ткани.
Еще одной удобной функцией является возможность отложенного старта, благодаря которой можно запланировать стирку на удобное время. Максимальная загрузка 7 кг, а скорость отжима стандартные 1000 оборотов в минуту. У машины отличная система самодиагностики с приложением, которая позволяет получать рекомендации по стирке и даже управлять некоторыми функциями машины при наличии NFC в телефоне. Хотя и без смартфона есть доступ к основным функциям и кодам ошибок. Однако стоит упомянуть и о недостатке, который мне встретился. Машина может немного съезжать со своего места при отжиме, что может потребовать дополнительной стабилизации установки. Учитывай этот момент. В целом эта модель от Кэнди оказалась надежным и функциональным помощником в быту, предлагая отличное соотношение цены и качества. К слову о цене. Купить ее можно ориентировочно за 24 тысячи рублей. Также могу порекомендовать чуть более дорогую стиральную машину Garinier. После тестирования этой стиральной машины я остался под впечатлением от ее возможностей. Модель оснащена рядом полезных функций, включая программу самоочистка, которая обеспечивает стерильность бака и приятный запах белья, что особенно важно при стирке в холодной воде с использованием экологичных средств. Благодаря технологии SteamTech в конце стирки происходит дополнительная обработка паром, что значительно упрощает глажку, делая вещи менее мятыми. Также удобной оказалась функция отсрочки окончания стирки, позволяющая запланировать стирку на более выгодное время с точки зрения экономии электроэнергии. Максимальная загрузка барабана равняется 6 кг белья. В целом, если ты ищешь надежную и функциональную стиральную машину с хорошей энергоэффективностью и полезными дополнениями, Garinier представляет собой отличный выбор. Как я и сказал, она чуть дороже остальных моделей, и ее стоимость на момент записи видео составляет почти 25 тысяч рублей. После нескольких недель использования узкой стиральной машины от Бирюса я впечатлен ее производительностью и компактными размерами. Эта модель подкупает своими 23 программами стирки и LED-дисплеем, который делает управление интуитивно понятным. Несмотря на небольшой объем барабана, машинка отлично справляется с нагрузкой в 6 кг белья, а скорость отжима в 1000 оборотов в минуту обеспечивает хорошее удаление влаги. Однако уровень шума в режиме стирки и отжима может показаться высоким, особенно если установить машину в небольшом помещении. Тем не менее, учитывая ее эффективность и функции самоочистки барабана, я считаю ее отличным выбором для небольших квартир. Ее стоимость весьма привлекательная, всего лишь 21 тысяча рублей. Если нашел идеальную для себя модель, то загляни в описание, там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал «Правильный выбор» и поддержи меня лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь, приходи на следующий выпуск.